Всем привет, друзья! Вы на канале Sky Top Games, и, собственно, снято эмбарго. Эмбарго. Да. За стресс-тестов. Ближайшие фазы новой карты Gateway. Ну, собственно, погнали. Чё, рассмотрим маленько, да? А если понравится, там... Чем больше пальцев вверх наберем, чем больше комментариев, просмотров, ну, короче говоря, стримчанский сразу заводим. Вот, да. А, собственно, мы вновь на Gateway. Погода. Погодные условия. Ну, судите сами. Кто-то в комментариях на стримах Донди, да, помните, я видосы заливал, короче, писали типа... Погода прям секс. Ха. Зацени. Это еще малая частичка. Это еще малая частичка того, что я видел, в принципе, на стресс-тестах. И сейчас, собственно, сняли эмбарго. Там кое-какие фиксы они там поправили, да. Погода теперь работает идеально. Не то чтобы она до этого работала. Как бы, знаете, моментами начиналось как-то через каждую минуту, через две... То сильный дождь, то просто маленькие какие-то непонятные капли там падали, то вообще с пышняком одни грозы, да. Опа. Так, самое главное, чтобы меня сейчас сразу не сожрали. Там церочка маленькая ходит, я на галике. Я хотел на птерочке полетать, но птерочка нам отключили, но как на прошлых стресс-тестах, да. Видимо, чтобы типа не палить полностью всю карту. Я бы, конечно, хотел вам показать ее с высоты птичьего полета. Так, ну ладно, приходится, короче говоря, играть на том, что имеем. Диаблика нету, новых динозавров пока никаких нету. Но, короче говоря, как видите, есть. Видите, новый значок, да, появился? Это зона миграции. У каждого диноса она своя. Да. Включая хищников. Короче говоря, гайд по миграциям будет. Будет. Обязательно, так что ждите. После вот выхода этого ролика будут миграции. Примерно я вам растолкую и объясню, что к чему. Сейчас пока можете любоваться видами. Карта очень огромная. Заблудиться в ней очень легко. Поэтому вообще, я говорю, желательно было бы ознакомиться с ней с высоты птичьего полета. Не то чтобы сейчас бегать на галике. Здесь... Есть такие темные места, блин, просто, я не знаю, густые очень леса, что заблудиться в них очень легко. Ты вроде бы идешь там, видишь просвет, а там раз, какой-нибудь каньон огромный, ты срываешься в пропасть и все. Короче говоря, идем на вот эту зону. По мере приближения к этому новому значку на компасе, зона будет приближаться. Приблизительный расчет работы этой зоны где-то около, ну, 2 часов по умолчанию они поставили. Я там потом все в гайде разъясню, объясню, да. Потопов никаких нету. Но можете обратить, да? Какие прям такие волосы. О, волосы, я сказал волосы, полосы, мать его. Накатывающие, да, такого... Ливня, дождя какого-то. Ну, сейчас кто-то напишет там, что, блин, со звуком, почему он прерывающийся, либо там бегут облака быстро. Ребят, не забывайте, что это еще пока все стресс-тесты. Не надо прям там так гневно писать, токсично, про то, что может сейчас здесь быть, что вы сможете наблюдать. Так, диета полностью поменены. Диет достаточно много. Добавлены кое-какие новые источники пищи, но это, если что, потом мы в следующих роликах, либо на стримах посмотрим с вами обязательно, да. Рост динозавров значительно уменьшен. По мере, знаете, до какого момента, наверное, пока ты не станешь сабадолтом, рост идет быстро. Но как ты достигаешь стадии сабика... То рост замедляется. Я не знаю, что по стамине. Вроде бы я пока... Ну, я жив. Стамина не столь серьезно уходит, но вообще на тех стресс-тестах, на которых я катал, там она просто дико улетала.
То есть, короче говоря, сейчас вся еда полностью находится сразу. Сконцентрирую ваше внимание вот на таких значках. Идете туда, кушаете там и больше никак. Нет, но вы можете идти там есть какую-нибудь траву там, не знаю, да, щипать. Но вся основная еда находится только там. Источники воды, ну и в принципе полно. Какие-нибудь реки, озера, да, они есть. Но их надо искать, опять же. Карта стала громадной. Мне кажется, они ее даже отчасти, знаете что, они ее увеличили. Они ее увеличили намного. Также есть, ну как есть, включили графу люди, но людей там выбрать нельзя. Что-то тэпает. Пинг 124. FPS. По FPS можете сами судить. Но опять же, блин, это стресс-тесты. Все может потом поменяться. Купола. На острове появился главный такой огромный купол. Войти туда нельзя. Да. Пока что нельзя, там не знаю, посмотрим. Достаточно далеко, в принципе, мы появляемся от зоны миграции, но, как мы видим, вот эти три лапки, да? Три лапки, то есть еда вообще сейчас там в изобилии, просто на 100%. 49 тестеров сидит прекрасно. Мы хоть не одни, как раньше, да? Ночи очень темные. Отчасти. Я бы советовал, знаете что, наверное, включать даже самую простую калибровку на мониторе. Не нужны вам все эти ваши решейды. А тем более здесь, по-моему, решейд не работает. Ну, я не знаю. Не, ну если какие-то есть хитрожопые там игроки, они могут что-то настроить, но здесь вроде уже как встроена та программа, которая будет вычислять вас, ваш решейд установленный, и там ничего не должно работать. Да, отчасти так. Ну, если вдруг получится, молодцы. Что я могу сказать? Молодцы. Так, значок, в принципе, должен сейчас будет приближаться. Искусственный интеллект. Да, здесь есть тенонта. Есть стадо тенонт. Есть кабанчики те же самые. Птеродактили маленькие, да, такие красненькие, вы помните. В обычное время вы можете их встречать. Они, сука, такие, я не знаю даже, чересчур, мне кажется, прокачанные качки имбовые. Мама, не горюй. То есть вашего какого-нибудь джува, ну не знаю, блин, да хоть сэру, да? Они могут с двух тычков просто вынести. Я не знаю, пофиксили они их или нет. Уменьшили им урон, но это было жестко выживать. Допустим, ты находишь какого-нибудь кабанчика. Я вот несколько раз играл на том же цирке, там, не знаю, омнирапторе. Находишь кабана, заваливаешь его. И тут же появляется стая этих ублюдков. Тут же в момент, который тебя начинает просто клевать насмерть. Ну, графически смотрите сами. Как мне кажется, есть улучшения, есть еще больше, наверное, заноса движка Unreal Engine. Так, две лапки, это где-то процентов 70 уже уменьшается у нас еда в зоне миграции. Она будет со временем потом, конечно, прибавляться, эта еда, но уже, наверное, где-то в другом месте будет спавниться. Твою мать, огромная река. По-моему, она также здесь и называется Дельта. Ну-ка, стой. А, вот, нормально. Я думал, баг. Я думал, что
Возможно, это соленая вода. Короче, здесь же есть реки, которые впадают в океан, да? Короче говоря, я на будущее вам вообще не советую из них пить воду. Знаете почему? Потому что это соленая вода, вы будете терять воду. Вы будете ее не пополнять, да? Не будете пополнять свою жажду, вы будете просто терять ее. Вот и все. Так, лягушки. Лягушки, да, в нашем рационе. Но мне бы хотелось добежать сейчас до зоны миграции. Тенонте. Я уже слышу крики каких-то травоядных. День и ночь здесь также вроде работают. То есть сколько там, 48 минут это день, 24 минуты ночь. Ну, как в обычное время. Там не знаю. Посмотрим. Мне не нравится то, что вот зона миграции так далеко находится. Но кто говорил, что будет очень легко? По миграции будет отдельный ролик. То есть я прям просто целиком записываю вот так вот видос, чтобы вам было посмотреть, что. Хотите стримчанский? Чем больше лайков, тем быстрее будет стримчанский. Вот лайков 200-300. Давайте набиваем 300, и стримчанский у нас будет по Getaway. По снятию эмбарго. Да. Там кое-какие скриншотики я в Discord наш накидаю, если что. Ну, там будет еще шортс. Ночное зрение также работает. Никаких изменений, в принципе, но я не увидел. Ох ты. Что-то мне подсказывает мое сердце, что вот в зоне той миграции там достаточное количество, наверное, травоядных, хищников, не знаю, и там сейчас просто растительность пожирается. Но травоядные точно, там растительность жирается нахрен. А вот что я вам говорил, да, вот они, сплошные густые леса, куда ни зайди, ты не знаешь, куда идти тебе. Ты только видишь этот гребаный значок миграции. Ну, в принципе, это все, по сути, можно будет разобраться. Это мы идем, я так понимаю, куда? На восток? На восток, да. Спавны вроде поправили. Спавны на дейнозухах и бейпиозаврах были вообще лютыми. То есть, объясню. Тот же дейнозух мог заспавниться на каком-нибудь вообще непонятном пляже. Где до болот. Огромное количество метров, километров, я не знаю. Те же бейпиозавры, полуводные существа, по идее, должны спавниться, блин, да в тех же реках, да? Болотах, не знаю. Но спавнились они также где-нибудь, сука, да даже вот в этой местности, где ты не знаешь просто, где вода. Блин, жалко, конечно, отключили они птернодонов. Было бы интересно посмотреть. Было бы очень интересно посмотреть с высоты птичьего полета. Я вообще обещал подписчикам, если что, проведем стримчан, короче, на птерыче, но, видимо, не судьба. Будем на ком-нибудь быстром играть. Так. Я слишком маленький, и ворота я, наверное, не открою. Нет, не открываются. Блин, жалко, жалко, жалко. Где-нибудь обойти бы, конечно, это место. Ну, давай посмотрим по зоне миграции. А, зона миграции. Я понял, короче, где она. Это очень далеко. Я не помню, честно, как называется эта зона. А вот это, по-моему, вертолетная площадка. Она закрыта. Она закрыта отчасти.
Вот это, конечно, будет кайфово, если мы начнем играть за людей сразу где-нибудь, да, вот на таких базах. Это будет даже очень удобно. Так, ну короче, ладно, погнали. Интересно, зона миграции поменяется? Либо она восполнится новыми нутриентами? Это нас как-то далеко забросило. Я помню эту местность, я помню ее. Где-то вот за этими холмами там есть скрытое, короче, озеро. Там, знаете, где типа бывший вулкан, да? Помните старую Gateway? Да. Вулкан отчасти убрали, короче, с карт. Ух, тихо. Кстати, мутации здесь отключены. Хотя они работали. По мутациям я бы, конечно, вам объяснил, что к чему, но если что, на стриме я вам расскажу. Ёб твою мать. Это что? А, это Тенонта. Это Тенонта. Это, кстати, бот. Это бот. Видите? Да, он меня испугался. По идее, он меня не должен атаковать. Боты пока туповато сделаны, да. То есть, играя на том же Карна, я находил возле залива, по-моему, на юге, двух Тенонт. Причем они ходят теперь, знаете как, не по одной Тенонте, да, а типа стадно. Вот, начинается новая миграция, я вижу лапки. То есть, растительность начинает расти потихоньку. А вот... Они появляются, короче, даже попарно. То есть, допустим, Sub и Full Adult. Ты начинаешь за ними бегать. Они спокойно убегают, они даже не дерутся. Что было очень удивительно для меня. Главное, чтобы меня сейчас никто не сожрал. Это будет очень обидно. Круг 1%. Хочется посмотреть на грозу. Если сейчас гроза начнется ночью, хочется посмотреть на это. На сверкание молний. Ну и, собственно, да мы ничего не увидим, потому что будет сплошной дождь. Стена из дождя, вот и все, да. Ну да, точно, я так и знал, что это место, вот эта миграция проходит именно в этой зоне. Она частенько здесь почему-то появлялась. Они вроде сказали, что зоны будут разные, но... Хрен его знает, сейчас чекнем. Вроде никого, да? Тишина. Здесь где-то есть такой крутой обрыв, я боюсь сейчас переломаться. Так, стоять, это дамба, я помню это место. Ага. Блин, надо было слева, короче, обойти. Собака. Сейчас вот за этим холмом обойдем, посмотрим. Мне нужны нутриенты, плюбас. Давай посмотреть, что там с миграцией.
Засекаем время. Время на часах. 8 вечера. Ёпте мать, куда они ее запихали? Невероятно. Прикиньте, сколько надо будет пройти, да, чтобы добраться, блин, до какой-нибудь мать ее растительности. Вот это фейл. Вот это фейл сейчас, короче, походу. Я застрял. Охрененно. Че, короче, наверное, придется это самое писать разрабам, чтобы меня вытащили. Хотя можем попробовать сами, наверное. Нормально. Зашибись, это мне нравится. Так, ну растительность вроде появляется. То есть она отчасти как-то еще непонятно, как она работает. Ёпте мать, это что? Что за херня там бегала? Там же сейчас и хищников можно словить, то как нехер делать. Да. А если вы спросите меня, как всегда, как обычно вы это любите делать, скажи, что у тебя по настройкам, ребят, у меня все на эпик, короче. Я уже 100 миллионов раз это говорил. Какой компьютер вам покупать? Покупайте, как у меня. Все, да. Поставим точки над «и». О, во-во-во-во, пошло расширение. Оно растет. Зона миграции. Все, замечательно, мы в ней. Ну, теперь давай, короче, понюхаем. Тут сейчас просто должна быть куча, мать его, нутриентов. Ну-ка. Давай в нее зайдем. Поглубже прям туда. Дальше. Ага, я уже вижу какие-то куски мяса. Здесь и хищники, походу, уже пасутся. Ну, если сейчас не будет нутриентов, то я охренею. О, изобилие. Да, нутриенты только восполняются здесь. Ну, собственно, растительность начинает спавниться. У нас здесь и Mountain Ash, крабы и... Рыба здесь водится. Здесь же нет озера. Ну, короче, куча всего. Погнали жрать. Все, можно вообще не париться. Здесь, короче, остаемся, пока есть нутриенты, короче, в зоне миграции, пока она не будет меняться. А может, они так сделали, что зона миграции вообще пока не будет меняться и... появляться, то есть в этой на этих координатах. Посмотрим. О, ночной террор Троадона. Ну, я говорю, сюда все падальщики сразу стягиваются. Так, мне нужен этот нутриент. Ух ты, твою мать, там кого только нету, походу. Явно здесь половина игроков уже не мир. Они пришли истреблять, они пришли кушать плоть. Сейчас посмотрим. Ж нихера не видно, а? Не, ну ночь-то вроде бы они так немножко осветлили, потому что до этого хоть глаз выколи было. Там сзади в спину мне никто не накинется. О, маленькая ты, но он-то найс. Так, если кто-то что будет писать про мой уставший голос или еще что-то, ребят, если что, чтобы вы знали, я это записываю для вас в 2 часа ночи. Так что не пожалейте лайк и комментарий. Да.
Чем больше лайков, тем быстрее будет стрим. Не будет лайков, не будет стримов, будет только видос. Ну, короче, как-то так, да. Дня подождаться. Дождаться бы, наверное, утра, даже рассвета, и посмотреть на туманы, которые здесь вообще есть. Это еще вообще самая малая, мать его, часть, которую я сейчас могу вам показать. На самом деле здесь очень всего много. По системе миграции будет отдельный видос, еще раз говорю. Я все вам там отдельно покажу и расскажу. Давайте в кучку собьемся с травоядными, да, вот. Нормально. Ух ты, сколько здесь тенонт. Это пока они все маленькие. Потом, когда их станет намного больше, они все станут взрослыми. Придется уже биться за пищу в этой локации. Просто прогонять уже всех остальных лишних. Для пропитания нашего. Кайф, кайфуля. Кайфули, кайфуем. А мы с тобой кайфуем. Что-то кому-то тут наблюдовали уже, ни хрена себе. Причем так ни хреново, я смотрю. Ну, если смотреть на тайминг, то... примерно, ну да, вот оно так и идет, то есть 24 минут 50%. Ага, супер. Ну я не знаю, интересно, насколько наш рост теперь будет занижен при этом, но я набил 2 эсочки, как, ну, по стандарту, как я обычно делаю, чтобы было бабчик к стамине, а крген переломов, хилочка и рост 30%. Дай-ка я посмотрю стамину, как она работает. Хочется, интересно, посмотреть. Ну-ка, давайте потратим прыжками. Она должна долго восстанавливаться отчасти. Ну, опять же, пока мы не адулт. Чем мы будем становиться взрослее, тем она будет быстрее уходить. Да, я смотрю. Коготочек... пяточки даже, я не знаю, сколько здесь. 1% в 3 секунды. Это жестко люто. А если мы ходим, ну, восстанавливается, но, по-моему, так же. Но, опять же, это на галимимости. Это надо на всех других диносах чекать, смотреть. У того же дейнозуха там вообще, мама, не горюй. Давай сбегаем, короче, сюда, к этим скалам. Здесь, по-моему, нет воды, тут не должно быть. Никакой воды, здесь только будет проход, по-моему, да. Ну чё, я думаю, наверное, вот на галике оставлять. Если вдруг появится, короче, птернодон, да. Если вдруг появится птернодон, то, короче, начнем на нем. Но, мне кажется, его пока не будет. Это специально, чтобы, знаете, пока не раскрывать прямо все тайны, наверное, Gateway, чтобы игроки, да, подписчики там на Ютубе, чтобы они не видели всей той красоты, которую они могут, блин, увидеть. Специально сделали, я понял, да. Короче, ладно, я здесь, наверное, пока на галике останусь. Короче, набиваем лайки. Чем больше лайков, тем быстрее стримчан. И, собственно, еще и гайд впереди. С толком, с чувством расстановки я вам всем расскажу. Да. В общем, подписка на канал. Кто не подписан, обязательно подпишись. Пальчик вверх прожми, колокольчик. Ну не поленись, сделай это ради меня. Все, скоро, короче, увидимся. Эмбарго снят. Все топ.